Не так давно в Google Play появилась очень популярная на iOS зомби-стрелялка под названием Call of Mini Zombie. Разработчики взяли за основу стандартную историю про одинокого парня с большой пушкой, который бродит по ночному городу и борется с ожившими мертвяками. Правда, справедливости ради стоит сказать, что в Call of Mini Zombie вы сможете погулять по темным улицам и скверам в роли аж 10 разных героев, которых можно купить во внутриигровом магазине. Также можно приобрести разнообразное оружие для уничтожения мертвяков. Разработчики Call of Mini Zombie нарисовали забавный, немного квадратный, но от этого не менее интересный зомби-шутер, который к тому же доступен в Google Play совершенно бесплатно. Официальным спонсором наших роликов является Игорь Полтавцев.